Большое количество рыбы обнаружили на берегах водоемов жители Октябрьского, Ташлинского и Тотского районов. Рыбаки поселка Молодежный, например, считают, что причиной экологической катастрофы в том, что зимой на местном пруду почти никто не рыбачил из-за отсутствия дороги. Если бы вовремя пробурили лунки, замор бы был, частичный. Рыба на удочке не клевала. Рыбаков не было почти. У рыбы не хватает кислорода, и она задыхается. Недостаток кислорода. А вот причины недостатка кислорода, их может быть несколько. Но в частности, вы знаете, что в прошлом году у нас появилось очень много ничатых водорослей. Да? Когда происходит зима, закрывается льдом и снегом, то начинается нехваток света, и водоросли начинают массово гибнуть. А бактерии, которые принимают участие в разложении водорослей, они начинают активно поглощать кислород. И это отнимает у рыбы кислород. Также Ася Филиппова предположила, что гибель рыбы могла произойти в результате попадания в воду химикатов. Выяснить истинные причины возникновения проблемы намерены в прокуратуре Оренбургской области. В пруду, расположенном в поселке Краснооктябрьский Октябрьского района, зафиксирована массовая гибель рыбы. Межрайонному прокурору поручено провести проверку с привлечением всех заинтересованных структур. Ход проверки глава надзорного ведомства взял на личный контроль. Что касается Ташлинского и Тотского районов, о проверках в них пока что информации нет. Тогда как местные жители сообщают, что в их водоемах также погибла рыба. Напомню, в 2019 году подобная ситуация произошла в Ириклинском водохранилище по причине большого количества рыбы в водоеме. Александр Кацун, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ.